В Борисоглебской епархии отметили Масленицу. Празднование прошло в конференц-зале епархиального управления при Знаменском кафедральном соборе. На мероприятии присутствовал епископ Борисоглебский, Бутурлиновский Сергий, руководители города. Воспитанники местных творческих коллективов представили для гостей праздника театрализованную постановку, посвященную сырной неделе. Неделя, когда мы приходим в гости друг к другу, приветствуем, поздравляем с наступлением весны, рассуждаем о грядущей весне духовной, о времени поста, о времени особых забот человека, о своей духовной жизни, о своей душе. Но эта неделя – это неделя радости.